Правый. Сейчас за борт меня скинут. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу. И сегодня мы 24 часа проведем в море. А именно мы испытаем все водные развлечения этого острова. Это каяки, рыбалка, дельфины. Что там еще, папа, есть? Вон, водные мотоциклы, да, гидропланы. Катамараны, гидропланы. Все, что связано с водой, все, мы все сегодня... будет в этом ролике. Да, попробуем испытать. И я даже не знаю, чем закончится этот ролик, но я уверена, будет очень весело. Поэтому смотрите его до конца. Только одна пометочка. Мы 24 часа проведем не только не в море, а в океане. Рыбки, рыбки, рыбки! О, рыбы какие приплыли сюда. Красивые! Громадные. Это мини-акулы какие-то, что ли? Не знаю, но, кстати, смотрите, сколько красивых ракушек я собрала. Класс. О, на память. Большие рыбки. На чем будем кататься первые? Не знаю, но вот этот вот банан выглядит достаточно эпично, но страшно. Ты когда-нибудь каталась на банане? Нет. Слушай, я тоже нет. А еще есть вот такой вот такая плюшка. Она переворачивается? Здесь все переворачивается. Тогда я не... Знаешь что, давай попробуем сначала вон на каяках попробуем. Каяки это... Двухместная такая лодка. Да, вот как эти? Да, вон там уплыли. С веслами. А мы далеко будем уплывать? Да нет. Ладно, ладно. Так, Вика, у нас что? Страшно. Надевай. Страшно. Тебе всегда страшно, а потом ты говоришь, давай еще, давай еще. Вот когда мы катались на этих, я не говорила, давай еще. На чем? Вот на этих таких. А это что, лишний у тебя почему остался один? Да, спроси. Вика, после обеда мы поедем кататься вот на этой. Ой, какой кататься? На рыбалку мы с тобой поедем. О, как в Дубае будем ловить рыбку. Да, посмотрим какую. Ты же профессионал вообще-то. Ты там столько рыб поймала. Я, да. Так, что? Давай грузить это в воду. Потащили, бери весло. Иди садись. Холодно и страшно. Села. Все, села? Попу дальше. Все. Все, и ногами опираешься вот сюда. Другую ногу. Ну, или сюда, если тебе удобно. Нет, мне вот так удобно. Вика, давай, ты главная. Хорошо. Тяжело? Да. Давай я тебе помогу. Мне, правда, камера мешает. Ой, подожди. Прямо поехали, прямо, прямо. Левый. Левый. Левый, правый, левый, правый, глубже весло, левый, правый, левый, в середине весло возьми, левый, правый, и еще, о-о-о-о. Амелия тебе машет, помаши веслом, Вика. Вика очень захотела попробовать покататься вот на такой доске с одним веслом, да? Правда же очень хочешь? Да. Очень хочу. Давай, ты первая? Да, нет, мы с тобой вместе будем. Ты видел, там один дядька стоит. Посмотри, как нужно правильно держать весло. Иди сюда, посмотри, вот надо держать весло вот так. Видишь? А весло, наверное, оно такое с таким крючком, видишь? Поэтому крючок нужно, видишь, куда держать? Ага. Да, с одним веслом. Видишь, даже тетенька на тебя похожа. Все, пошли. Да-да-да. Смотри, что он показывает. Сначала нужно на коленах, на коленках, а потом окей. Встаешь. Видишь, как просто? Ага, я привязана. Вику привязали к доске. Это чтобы ты не убежала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на коленочки встала уже хорошо, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, уже лево-право. Да, лево-право я знаю. Так. А что, типа уже можно вставать? Ну, не знаю, наверное. Ой, качает, качает. Вставать? Развернись. Давай я тебя разверну. Ты куда приплыла? Вот, разворот, молодец. Давай я тебя могу подтолкнуть. Не-не-не,
я сама самостоятельная. Не трогай меня! Что, тяжело? О, это очень тяжело, тут ветер и волны сносят. Просто к берегу. Мне пока не понять, мне надо попробовать, тогда я скажу, тяжело это или нет. О, встала. Все, погребли. Держу. Он же так легко, дяденька, встал. Раз и все. Да, потому что он профессионал. Так. Опа! Назад тебе, ты вперед почему-то сдвинулась. Мама пошла. У Вики получилось не очень. Пошла, поплыла. Я там первый раз, если что. Ой. Все, ставьте лайки. Держи. Это будет смешно. Давайте. Все. Все, приплыли, похоже. Из нас двоих, похоже, Вика профессионал. А у Вики хорошо получилось. У Вики хорошо получалось. Все. Волны не могу я так. Ами, смотри, попугайчик. Ами. Ами, смотри, попугайчик. Кукареку. Подумал, что мы его съедим, наверное. Он у него такой милашка. Давай себе тоже попугайчика заведем. Мы кого только уже не завели. Хватит нам животных в доме, да? Ой. Здесь живет попугайчик по имени Блу. Попугайчик, да. А можно на плечо сяду? Почему-то он только на меня садится. Да. Не гладь его, он сейчас тебе тюрикнет. А давай я с ним поразговариваю. Давай. Я умею разговаривать на попугайском языке. Давай. Птичка какая красивая. Ой, он хочет твое золото стырить. Хотел сережку твою съесть. Это, чувак, это не золото, это бижутерия. Поэтому он... Передумал? Поэтому он передумал. А можно он мне на плечо сядет? Попугай, правильно. Попугай. Попугай. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, что-то. Тихо, не пугай его. Можно? Ну что, он сейчас немножко... Класс! Тик-тик! Ай-ай-ай! Он там тебя что-то покусал. Ага, ой-ой-ой! Нет, невкусно. Блу, Блу! Блу. Гнездо хочет свить там у тебя сзади. Он за... Ну... Он там ищет червячков. Ты где там? Кав-кав. Все, убежал. Все. Лу, не лови. Опа, класс. Не бойся, все. Не бойся, не маши руками. Вот тебе на руку сел. Следующий вид спорта морской. Джетски. Джетски, вон те любимые мотоциклы мамы. Что это, мамы? Твои тоже самые любимые? И мои тоже. Да, будем кататься. Вика, твои? Это надо снять, а то улетит. Я знаю, да. Аня, давай, я тоже жилетик. Покрепче давай, покрепче, покрепче. Очки, наверное, снять нужно, да? Конечно. Ну, если ты хочешь подарить им эти очки рыбам. Не хочу. Ямаха! Тебе идиот вообще, мать! Ой! А? Ну-ка, давай. Почему я сзади? Держись крепче. Ну что, согласилась, я только что поняла. Что это того же, что это очень круто. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Круто. Уехала мама. Вон там далеко. А где Вика? Выйду.
Вон там, Вика. Накатались. Все, хватит. Вика, что? Классно? Там всю дорогу. Куда поехала семья с одной плаксой? Решили попробовать взять экскурсию на дельфинов. Еще раз. И еще раз, как это было 4 года назад. Несколько лет назад, когда мы были на Мальдивах, мы поехали на экскурсию смотреть дельфинов, но не увидели их. 3 часа катались по океану, нас болтухало, мотало, но мы увидели только один плавник. Да, и все. Попытаемся, хеллоу. Пытаемся еще раз, да? Да, надеюсь, в этот раз нам повезет больше, но мне не нравится погода, очень ветрено и облачно. Да ладно. Что? Погода тебе не нравится. Приедем в Чебоксары, будем снег грести. Я вам лопаты дам, будем чистить дороги. Кстати, дом наш замело, наверное. Смотрите, Амелия, какая панамка, с вишенками, полностью с вишенками. Мы вообще все брендированные вишками, вишенками. Ой, вот у мамы тоже. А я сегодня клубничная, смотрите, у меня тут клубничка, стробери. Ты изменяешь вишням. Я сегодня вся розовая. Ты любишь дельфинчиков? Да. Да? А любишь камеру? А любишь подписчиков? Молодец. Значит, скоро будет 10 миллионов подписчиков на канале, да? Мама. Незнакомое слово. Я не представляю, как мы с Амелией будем в открытом море несколько часов вот так вот плавать за дельфинами. Да, я тоже не знаю. Главное, чтобы нам какая-нибудь лодочка попалась комфортная. Со стенами. Со стенами. Лодка со стенами. Главное, чтобы дно было, Вика, не дырявое. Нет, в прошлый раз мы залезли на второй этаж, там реально стен не было. Здесь, по-моему, нет таких больших лодок, здесь очень маленькие лодочки. Да? Сейчас вместе с вами все увидим. Нам дадут спасательные жилеты? Да, обязательно. Да? А свисток дадут? Не знаю. Чтобы отпугивать акул? А хотя мама не боится акул. Мама с акулами плавала. Мама с акулами плавала на Мальдивах, а они тебя узнают уже. Такие домашние акулы, безобидные. Знаешь, почему тебя в прошлый раз акулы не съели? Почему? А в этот раз могут покусать. Чё это? Ну, в прошлый раз у тебя не за что было кусать. А теперь ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не урыла, закопал. Вообще. А мы с Викой не боимся, да? Я показала твой ням-ням-ням-ням. Уже отъел-то за 4 дня. 2 килограмма прибавил. А я 1 килограмм прибавила. Я вообще не понимаю, толстая. Как можно столько кушать 3 раза в день? Мы в Чебоксарах не можем себе позволить, у нас нет столько времени. Роза, я думал, что у нас индивидуальная экскурсия. Эти люди все с нами, что ли? Ами, поедем на дельфинов смотреть? Дельфины. Буль-буль. А я с собой орешки взяла. Что такая серьезная девочка? Ами. О, все, пошли. А нам какой лучше, не знаю. Пусть эти все туда сядут, а мы, типа, мы же только мы знаем, что вторая лодка. Это сейчас как селедки забьются там. А мы на следующий, да? Да. Они пошли места занимать, а мы такие потом. Да? Так, первая лодка уже уплыла, вот мы сейчас поедем на такой же, вот, наша едет уже. Готовы? Одних отправили. А вы взяли хлеб скормить? Я орешки взяла. Акул кормить. Акул не будем кормить. О, молодец, Вика. Побыстрее. Садись тогда вон туда. Все, заняли самые козырные места. Да, у меня красота. Вот здесь самое удобное место. Красота? Лямота. Ребенка держи.
the last moment also we might find the dolphin. So if they tip on also, we will give you right amount of time to see the dolphin, then we will come back. Okay, in the meantime, if you need anything, you can tell me right now. I can provide water. But after the dolphin, jump in and just stay there, okay? Okay, so we'll see Ты опять переводичом сказал, я ничего не понял. А что ты тогда сидишь, киваешь? А я всем киваю. А что он сказал? Говорим. Будем сейчас ехать до дельфинов, там где-то полчаса, наверное. Ага, дальше? Все. Это все. У них очень кривой английский. То есть, это я тоже, кстати, понял. Возвращаемся в 6.30. Плюс-минус, зависит от того... насколько далеко мы отплывем, зависит от дельфинов, мы будем их искать. Но на 100% он не гарантирует, что дельфины нам удастся их увидеть. Короче, опять ничего не увидим. Что-то какой-то мини-шторм начался здесь. Смотрите, волны какие. Я сказал, погода не плавательная. Плавательная. Лучше бы ты сказала, билеты спасательные возьмите с собой. Но. Амелии тоже нравится, да, Амелия? Конечно, ей больше всех. Нет! Приехали нафиг. Я видела еще вон они. Вон они. Где? Так это не дельфины, это... Дельфины? Точно, что ли? Класс, точно! Офигеть! Дельфины! Мам, ты видела? Офигелись! А они такие маленькие, это дед? Смотри, вон наш корабль! Ага, сейчас спугнут нам. Вон, они там кучкой плавают все! Не кричи! Это было! Вон он прям здесь был. А вон там поставил. Дельфины. Дельфины? Че приехали, скажи, кричат еще здесь. Вон там перед лодкой, Дельфины. А ты этот нос и стукнешь ее. Вау! Он такое сальто сделал там. Ты видела? Вау! Он прыгает и крутится. Ты видела? Вика! Да! Обалдеть! А что они еще заигрывают? Да, надо еще шумнее быть, чтобы они... А, сказали, да? Да. Давайте кричать! Вон прям внизу. Вот. Давайте кричать шумнее! Дельфины! Кричи ура! Кричим! Или он наоборот сказал? Он сказал нойзи. Я не знаю, что... Нойзи! Все, уплыли. Спроси-ка, надо кричать или нет? Кричать, наверное, он сам. Ты один кричишь. Сейчас запах меня скинут. Ты не так перевела. Дельфины! Кричи, ура! Ты точно правильно перевела. Вон там, вон там. Он сказал noisy. А может он сказал no noising? Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Вика, как впечатление? Не зря нас болтало по океану 3 часа, а? Я стою. Меня не качает, но меня качает. Тебя до сих пор болтает, да? Я надеюсь, у тебя получились красивые кадры. Я снимал как мог. Я снимал все подряд. Но если что, мы, ну, зрители, не знаю, увидят. Если что, нарисуем там дельфинов. В общем, мы их видели. Придется нарисовать, да. Oh, thank you very much, very good.
Thank you. Ребята, сейчас я хочу вам показать подводный мир Индийского океана, ведь в нем плавают очень красивые рыбки. Даже иногда попадаются черепашки и какие-то рыба-огурец, не знаю, папа про них рассказывал. Я взяла вот такую подводную маску и подводную камеру. Сейчас я вам все покажу и сниму на камеру. Надеваю маску для подводного плавания. Ой. И сейчас я буду нырять возле тех камней, там очень красиво. Погнали!